26 мая 2019 год. Харьков. Харьков, выставка ретро-автомобилей. Не с того бога. По второму кружку пройдемся, пока подъехали еще машинки. Она больше работает, лучше. Прекрасный оркестр, который оркестровал ретро-музыка, ретро-костюмы. Специалисты там вещи. Немножко зимой. И самое главное позитивное. Мы слушаем, что вот эти вы можете иметь со нами. И прекрасного конкурса и прекрасных ваших сцен. Голосуем, не забываем голосовать, берем анкетки, проверяем и поздравим. Автомобильный конструктор, педагог. Газончики. Там коробка 450. Так. ГАЗ М1. Вообще красотень. БМВшка. Сейчас посмотрим здесь, потом отправимся в парк Горького на ремне. Парк Горького, там будет сегодня Холя, праздник Холя, праздник красок. Ну это вообще белоснежная красавица. Что же это такое? Марка автомобиля Zimmer Golden Spirit. Эльфман Экопарк приглашает яркий пикник в начале лета. 15-16 июня. Ретро-пикник с Эльфман. Так, это не ретро. И это не ретро. Ретро-барахолка. Веселые фотосолы, а также концерты и конкурсы. И это не ретро. 15-16 июня. Ретро-пикник с Эльфман Экопарк. О, у нас целый концерт. Да, ну 21-я Волга, 24-я. Уже разобрали. Товарищ тут на Украине приехал 86-го года поснимать. Тоже можно, конечно, ретро использовать. Вон какая красота стоит. Красавица. Вообще. Как говорил Форд Генри,
мои автомобили могут быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный. Так а что это такое? Плимус. Плимут. Да, на Героя Труда долго, много лет стояла машина. Шевроле Импала, по-моему. Просто во дворе. Древняя ретро-машина, совершенно красивейшая. Сейчас убрали. Ну, где-то в видеозаписях у меня там есть. Снимал я ее зимой, летом. Надеюсь, забрали ее на реставрацию, а не на металлолом, потому как очень красивая машинка. Тут в процессе реставрации, очевидно. О, акула. Горбатенький запорожец. Ну, красавец и красавец. Все в тон. О, Саня, только что о тебе говорил. 86-го года, да? Камеры, чьи эти, покрышки поменял, сколько, 30 лет откатали? Да, вот это вот, перед велоднем поменял буквально. Перед. Да, велодень недавно был. 30 лет откатался. 33, считаешь. 33 и 3 года, как у Илья Муромца. Мама, смотри сюда. Костя, Костя. Костян, ты больше к велосипедам тяготеешь, да? Ты посмотри. Все. А это что за чудо враждебной техники? Это не коллекция. Да нет, вот это ближе. Сижу, починяю привоз. Господи, ну это же не игрушечный, натуральный велосипед. Бестамерка. И очки. Едешь туда? Да, я сейчас поеду в Холли-парк. Ну, то есть в парк. Не, я так. Да тут 20 минут пешком. Может, по дороге еще что поснимаю. Сейчас уже пойдем, или ты будешь ехать? Вот еще красота. Это Урал. Урал, на котором я родился. И на мотоцикле, конечно. Самоход самоволка. Ну и самый колоритный, конечно, участник костюмированного представления. А как называется мотоцикл? Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон. А там на Холле, если чуть. Оно перевернуло ветром. А, ветра, сейчас по твоему. И оружие аутентичное, да?
Рабочие, да. Вообще красота. Harley Davidson VLA 42 USA 1942 год. 750 кубиков, ничего себе. Красота. Ну, Ява, это уже моей молодости.